Татьяна Жданова просит наказать врачей. Женщина винит их в смерти своих нерожденных двойняшек. Уже в роддоме ей сообщили, что дети умерли в утробе еще несколько дней назад. Хотя в это время, по словам матери, она была на приеме у участкового гинеколога. Могла ли врач не заметить гибель плода? И что стало причиной? Выясняли наши корреспонденты. 34-летняя Татьяна Жданова готовилась стать мамой девочек-двойняшек. Она регулярно посещала участкового гинеколога, несмотря на то, что беременность протекала без проблем. Однако, когда женщина поступила в областной перинатальный центр, выяснилось, что двойняшки уже несколько дней мертвы. Уже одна, которая вот у меня с правой стороны лежала, более 5 дней назад погибла. А вторая погибла 2-3, 2-3 суток назад. Если вот, которая попозже умерла, Лялечка, она говорит, у нее сердечко, говорит, видно. И клапаночки видно. Но оно не дышит, говорит, стоит замертво. А у второй лялечки, говорит, вот прям размазня, ну, грубо говоря. То есть уже внутри начало это все разлагаться. Родные Татьяны рассказали, что за день до поступления в роддом она посетила участкового врача, которая заявила, что слышит сердцебиение детей. Получается, врач не может отличить сердцебиение от пульсации плаценты. Комментировать обвинение убитой горем матери и родных в Темиртауской поликлинике отказались. Я комментарии давать не буду, все через управление здравоохранения. А в областном перинатальном центре утверждают, что дети к моменту поступления уже были мертвы. По словам врачей, осложнения после простудных и вирусных заболеваний становятся причиной младенческой смертности в среднем в 20% случаях. Татьяна как раз перенесла ангину, ринит и отит на раннем сроке беременности. Но дело в том, что учитывая все-таки, что все-таки эта инфекция, она у нее была, она у нее осталась, она стала просто хроническая вялотекущая инфекция, которая все-таки сказалась на состоянии детей. Это невозможно предугадать и предотвратить. Татьяна Жданова тяжело переносит трагедию, но у нее есть 10-летняя дочь. И в будущем она все-таки надеется еще стать мамой. А пока написала жалобу в прокуратуру. Женщина уверена, что если бы ей и другим беременным пациенткам врачи уделяли бы больше внимания, случаев младенческой смертности было бы значительно меньше. Тимур Ермашев, Людмила Батюшкина, Ирина Ненашева, Информбюро, Карагандинская область.